В 2020 году в Люберецком ДК провели масштабный ремонт. Прошла реконструкция балкона и заменено кресел большого зала. Сейчас подошла очередь ремонта фасада. В будущем планируется пристроить хореографическую школу и полностью реконструировать здание. Глава городского округа Владимир Ружицкий посетил место проведения работ и определил сроки завершения ремонта. Первое воскресенье сентября – это день города. И я думаю, ко дню города здесь все заиграет новыми красками, будет обновленный фасад. Я думаю, что наши люберчане, наши гости порадуются, потому что немножечко станет красивее.